канале. И просится Мухин. Обыгрался в касание. Передача здорово. Турищев обыгрывает голкипера. Удар. 2-2. Максим тут. Ай-яй. Вроде бы владели мячом, вроде бы катали его, потом резкая передача вперед, в расчете на Шмакова, и тот одним касанием отправил вперед в полу Максима Турищева. При замене Валентину Корочкова, в силу того, что пока его должна устраивать та игра, которую его подопечные демонстрируют. Хорошая передача за спину. Турищев! 2-0! Роскошный пас верхом, аккуратный. Таким парашютом закинул мяч за спину одного из центральных защитников «Динамо». Алексей Казаринов не дотягивается до мяча. Насколько я могу понимать, это был Кутицкий. Кащий расстрел учиняет Владиславу Ярукову, номер 10, Максим Турищев. Локомотив имеет этот самый длинный пас от Осокина вдоль бровки, который превратился в аут в пользу Локомотива. Турищев раскакивает мимо соперника. Турищев, серия финтов под правый мяч. Пауза, удар! 3-0! И дубль Максима Турищева. Все максимально уверенно, по-взрослому, грамотно выдержал паузу, уложил невербальный бесконтактно двух соперников и из максимально убойного положения удар в противоход, смею предположить. Давыдов сейчас промахивается на мяча. Матвеев, передача под удар и расстрел просто ворот. 2-1, Локомотив выходит вперед. Еще один провал защитников. И Максим Турищев сейчас выводит. Забивает второй мяч железнодорожников еще в первом тайме. Просто провалился сейчас Давыдов на фланге. И все очень здорово исполнили футболисты Локомотива. А это юношеский футбол. 3-1. Выигрывает Константин Турищев, оформляет дубль. Обманул Алексеева. Но еще играть полчаса. Дальше 30 минут.